гонит чувак самогон. Тут ему воды не хватило, он в частном доме гнал самогон, вышел за водой. В колодец пошел. Возвращается, там менты сидят, ну его повязали. Идет суд. Его судят за то, что он гнал самогон. Ему говорят: расскажите, как все произошло. Он говорит: ну иду с работы. Думаю, зайду-ка воды наберу. Взял ведро воды, иду домой, дома ж воды нет. Открываю квартиру, а там менты. Самогон, говорит.